Неоднократно мы в своих сюжетах рассказывали о строительстве спортивного комплекса на территории аула Кашихабры. На сегодняшний день подрядная организация «Южгазстрой», осуществляемая работа на данном объекте, выполняет все, как говорится, на совесть. 28 сентября генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Южгаз Энерджи» Александр Богданов и глава района Заур Хамирзов приехали на объект, чтобы ознакомиться и лично убедиться в том, насколько качественно и быстро проводятся работы. Александр Александрович остался в целом доволен. Честно сказать, я впечатлен. В хорошем смысле этого слова. Вижу, что есть все предпосылки. Я сам как строитель вижу, что есть все предпосылки в срок уложиться и получить современный, высокотехнологичный, энергоэффективный социальный объект, где будет заниматься молодежь. Вот я вижу, что все получается в соответствии с нашей задумкой. Это самое главное. Несмотря на то, что рабочий день подходил к концу, подрядная организация производила необходимые работы. Во время нашего посещения на объект были завезены саженцы. В дальнейшем они будут высажены на территории спортивного комплекса.